Дорогие друзья, всем гигантский привет! Друзья, погода отличная, солнышко. Ну и, значит, сэр граф и амазоночка, наша Мартусечка, решили прогуляться. Да, графушка? Наша амазонка где-то бегает. Вы так просто не увидите. Если она как пуля не пролетит мимо. Ага, вот она. Мартусенька, ну докладывайте, пожалуйста, как вам прогулочка. Графушка, пошли. Пойдем, графушка, давай. Пройдемся хорошо. Косточки, значит, косточкам сделаем разминочку, да, графушка? Наш сэр соизволил прогуляться. Ну и взял с собой Мартусю. Граф, значит, думал. Кого же с собой взять? Борзых? Или Марточку? Но он решил взять Марточку, потому что Марточка разведчица. Она уходит вперед на разведку. Ага, письма. Давай, почитаем все письма, что там нам поставляли. А, графушка. Вот так мы вышли на прогулочку. Природа шикарная. Марта! Графушка, прошу вас, идемте прогуляемся. Он не всегда хочет гулять, но вот он сегодня, значит, подошел к двери. Как бы он мне, скорее всего, дал знак. Давай гулять. Ну вот мы взяли и вышли на прогулочку. Графушка. Такой, знаете, весь важный идет. Важняк, да? Ты важняк? Пошли в эту сторону. Пошли на поляночку. Ой, красавчик. Давай, поаккуратно, потихоньку, граф. Мы не торопимся. Потихонечку пройдемся. Пошли. Ай, молодец, какой мальчик, молодец. Хороший мальчик. Амазонка, ты хоть иди, я тебя на камеру поснимаю. Марта, вот хулиганё. Так, графушка, обходим кустики. Молодец. Гуляет спокойно. А почему он взял Марту? Чтобы ему никто не мешал. Марта будет сама по своим делам бегать, разведчица наша. А графушка будет со мной спокойно гулять. И граф понимает, чтобы я меньше переживал, куда девочки остальные убегут, побегут. А за Марту даже граф уже как бы особо не переживает, потому что Марта, она как бы, сами знаете, друзья, такая. Побегает везде и как бы прибежит сразу. Ну и нас, конечно, она без наблюдения не оставляет. Да, дружище? Так, с передышками, да, малыш? Пошли. Давай, разминочка нужна, графушка, как? Обязательно нужна разминочка. А что? По-другому никак. Тем более ты сам подошел к калитке и намекнул, что пора гулять. Идем. Идем, малыш. Пошли. А, хитро. А смотришь-то в сторону дома, да? Не переживай, никто тебя тут не бросит. Пошли. Ой, красавчик папин. Малыш маленький. Раньше никто так с тобой не гулял, да? Дружок, идем. Никто так не гулял с тобой, чтобы спокойно. Все-таки у него, скорее всего, еще в памяти есть, что когда идет на поводочке, значит, что-то будет нехорошее. Ну, графушка, красавчик, пойдем. Давай. Пошли. Пройдемся. Молодец. Молодец, мальчик. Вот так я тебя и спереди поснимаю, чтобы все друзья полюбовались. Марта, вы где? Мартусь, ну иди сюда, Марта. Иди, моя хорошая. Артистка. Куда ты, туда и я. А, ты к Марте идешь? Нет? Я думал, ты к Марте идешь. В
прогулочки нам необходимы, да, графушка? Ну, что наблюдает за Мартой? Марта, а вы что там делаете? Идите к нам. Давайте мы вас поснимаем на видео. А, амазоночка? Пошли. Хороший парень. В следующий раз возьмем и девчонок, да, графушка? А так ему спокойно, гуляет. Идем, мой родной, идем. Марта! Марта, ты что там опять ешь? Иди сюда. Не собирай никаких косточек, Марта. Вот хулиганка. Идем. Идем, малыш, пошли. Пошли. Куда идем мы с графом? Большой-большой секрет. Как говорится, графушка, тебе нужно сменить локацию, да? Дома, дома. Дома понятно, хорошо, но прогулочка необходима. Ага, уже в обратный путь засобирался. А ты, графушка, в сторону как бы дома, все такое, шашки у тебя все такие порезвей. Далеко не хочет дома уходить. Видите, в сторону дома он уже побыстрее идет. Потихонечку, это как небольшие прогулочки. А то дома, видите, он-то дома ходит туда-сюда, но в основном он лежит. А тут хочешь не хочешь, надо ходить. Лапкам нужна разминочка обязательно. Побежали с графушкой, побежали с графушкой. Молодец, парнишка, молодец. Ну, важный, да, важный. Весь деловой такой. А потом возьмем и девчонок, и Михалыча по очереди. Графушка, давай обходим тут. Обходим, обходим, обходим. Молодец, мальчик, красавчик. Красавчик настоящий. Мартуся, амазоночка. Ой, лето, друзья, лето, хорошо, все зелененькое, красота. Графушка, я за тобой, я тебя сзади снимаю. Молодец, молодец, парень. Хороший мальчик, хороший. Вот так съемочку, графушка. Ай, побежали, побежали, побежали. Что, родное? Что за запах, я ну-ка? Кто там письмо оставил тебе? А ты какой ему, интересно. Ну, что, знакомое, нет? Незнакомое письмецо? Он с таким удовольствием вынюхивает все, все письма читает. Хороший парень. Ну что, устал? Устал, мой друг, устал. Так интересно за ним наблюдать. Он такой на своей волне, вот что принюхивается. Понравилось письмо, представляете? Надо же такое. У тебя дома столько девочек, которые письма оставляют. А ты все туда же. Что, родненький? Пошли, идем. Давай, графушка, молодец. Отлично. Ой, птички поют, графушка. Красота, красота. Это что у нас, акация, да? Колючки. Граф. И подходи к таким колючкам. В тенечке хочешь постоять?
Дорогие друзья, не забываем нашему сэр-графушке ставить лайки и писать добрые комменты. Ну и, конечно же, нашей амазонке. А то амазонка тоже расстраивается. Давай, пошли, ага. Он знает, что это дорога в сторону дома, и ускорился. Артист, артист. Где ты, Марта? Мартусенька, ты где опять? Вот хулиганка. Ой, ну хорошо, друзья. Большое всем спасибо. Мы идем потихонечку в сторону дома. А вам всем хорошего дня. Позитивчика, дорогие друзья. Всем удачи. Всем пока-пока, друзья. Граф, скажи всем пока. Давай, скажи друзьям пока. Нет, он бежит в сторону дома. Молодец. Хороший парень.